Скажите, что такое счастье? Не знаю, каждый по-своему. Счастье – это когда тебя окружают люди, добрые люди, хорошие. Счастье – это дети. Самое главное в жизни. Это когда у тебя всегда все хорошо. И на работе, и дома. Честно, я еще слишком молода, чтобы понять это. Вот. Отец Федор, что такое счастье, скажите? Доброе утро, уважаемые телезрители. Вопрос, который был задан и о котором я услышал рассуждение, на мой взгляд, заслуживает внимания. Вы знаете, существуют так называемые вечные вопросы. Чего люди хотят от жизни? Что побуждает людей действовать? Ради чего они учатся, работают, делают карьеру или, напротив, уезжают на теплый песок куда-нибудь к Южному морю? Для чего люди завязывают и расторгают знакомства, вступают в брак или разводятся, пьют или бегают трусцой, обращаются к психологам или глотают транквилизаторы? Вы знаете, мне могут ответить. Я, мол, хочу заработать на новую машину или получить место топ-менеджера, или выбраться из депрессии, или наконец-то встретить женщину, с которой буду счастлив. Но какова окончательная цель всего этого? В чем смысл всего этого? Зачем нам все эти автомобили, высокие посты, браки и разводы? Наверное, я не ошибусь, если предположительно скажу, что люди ответят. Люди хотят быть счастливыми. И ничего нового в этом нет. Еще французский мыслитель 17 века Блез Паскаль в свое время сказал: «Все люди стремятся к счастью». Из этого правила нет исключений. Способы у всех разные, но цель одна. Счастье – это побудительный мотив любых поступков, побудительный мотив любого человека, даже того, кто, простите, собирается свести счеты с жизнью или повеситься. Но вот если мы посмотрим на то, каким образом многие люди стремятся реализовать свои стремления к счастью, мы обнаружим довольно странную вещь. Люди прилагают огромные, громадные усилия к тому, чтобы добиться успеха, богатства, известности, и полагают именно их воплощением сбывшейся мечты. Однако, глядя на тех, в чьей жизни эта мечта уже сбылась, мы обнаружим, что они вряд ли счастливы. Вы знаете, некоторое время назад в СМИ сообщали о самоубийстве Александра Маккуина, знаменитого британского модельера, владельца шикарных магазинов, пробившегося из бедности и безвестности к вершинам богатства и славы. Маккуин вроде бы совершенный образец успеха для современного общества. Человек, который всего добился, и не просто добился, он всего добился своим трудом и талантами, богатый,
здоровый, знаменитый, признанный, плавающий на яхте по шикарным курортам. Да ведь множество народу душу продаст за такую жизнь, а может быть и продает изо дня в день. Но этот человек оказался настолько несчастным, что убил себя. И вот думаешь, стоило ли карабкаться по лестнице успеха, чтобы повеситься на ее последней ступеньке? Другой пример сбывшейся мечты. Знаменитый певец Майкл Джексон, который добился всего, о чем мечтают миллионы подростков. И не только подростков. По всему миру. Это и вспышки софитов, и ревущие толпы поклонников, и горы денег, и собственное поместье, и лицо, даже его измененный цвет, которое узнает весь мир. И неожиданная ранняя смерть в горьком одиночестве. Журналы, которые так любят сплетни из жизни богатых и знаменитых, раз за разом сообщают, что такой-то миллионер судится с бывшей женой, что некая поп-звезда очередной раз лечится от алкоголизма, и еще один кумир, кумир миллионов, умер от передозировки наркотиков. Но это верно не только в отношении знаменитостей. Человек добивается продвижения по службе, подсиживает начальника, распихивает конкурентов, но оказывается ли он счастливым? Надолго ли ему хватает ощущения триумфа после того, как он добьется своего? Кто-то уезжает в другую страну, думая, что где наконец-то обрел счастье. Но очень быстро выясняется, что счастье это оказывается недолгим. Как часто люди думают: ах, если бы я только получил то или это, либо больше денег, либо другую должность, либо другую жену или мужа, либо другую страну, тут бы ко мне и пришло счастье. Но вот они зарабатывают деньги, или делают карьеру, или меняют жен или мужей, или переезжают в другие страны, но вместе с этим переживают одно горькое разочарование за другим. А счастье, счастье так и не приходит. Так что же это такое подлинное, прочное счастье? Как ни странно, люди об этом обычно не думают. Они могут тщательно обдумывать, какую марку бытовой техники выбрать или на какой курорт поехать, ожидая, что это сделает их немного счастливее. Но совершенно не задумываются о том, какую жизнь надо выбрать для того, чтобы обрести счастье. И вот мне думается, что такова уж наша общая беда. Мы думаем обо всем на свете, кроме того, что действительно важно. Но давайте же попробуем исправить эту ошибку и постараемся поразмыслить о том, что такое счастье и может ли сделать нашу жизнь счастливее что-то, и в конце концов, что же именно. Но вот об этом мы более подробно будем говорить в нашей следующей передаче.